Привет всем! Вы на канале Юра Тревел. Мы продолжаем путешествовать по Юго-Восточной Азии, провинции Краби. Сейчас мы отправляемся. Мы ждем Сантел. Это местный такой маленький грузовичок, который отвезет нас в городок Краби. И попытаемся погулять там. Может быть, покататься по мангровым рощам. И расскажем вам что-нибудь об этом месте. Спасибо, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте оставлять комментарии. Приятного просмотра. Мы сели в Сантел и отправляемся в Краби Таун. Будет приблизительно через каждые 15 минут. Остановка в центре Ауна. Сейчас соберется народ, и мы поедем дальше. Нас везет водитель Рапай Синхо. Да. Все, здесь его полностью документы. У него есть сертификат. Так, мы проезжаем пляж на Партара. А здесь фудкорты, очень много ресторанов в начале этой зоны. Затем начинается пляж. Пляж протяженностью где-то 2 км. Отсюда вы можете тоже отправиться на острова. Здесь же можно взять билеты на лодочки. Отсюда отправитесь на острова Хонд, Чикен, Айленд, Ода, на пляж Рейли, на остров Даб. Ну, практически на все острова можно уехать отсюда же. Пляж недавно благоустроили. Такая красивая набережная. Но дно немножко илистое, поэтому нам здесь не очень понравилось купаться. А так, в принципе, все даже очень ничего. Очень много зелени. Страны тоже очень много фудкортов всяких, где можно отдохнуть, поесть, провести приятное время. От пляжа Аонан примерно сюда идти минут 15-20 пешком. Либо вы можете доехать на такси или на Сантел. Это будет гораздо дешевле. Порядка 20 бат. Такие богатые замки стоят. Каучуковые посадки опять. Тем, кто производит каучук, на самом деле достаточно обеспеченный народ. Здесь такой сад пальмовый. Такие красивые природные массивы. Горы всякой причудливой формы, которые напоминают какие-то фигуры каких-то застывших великанов. Сейчас будем проезжать храм лежачего Будды. Здесь очень красиво. Если вы там посещали, можете посмотреть. У меня есть отдельный ролик.
приехали в Крабби Таун, я вам покажу интересные моменты, которые мы здесь увидим.